Привет, друзья! Сегодня приготовим сыр фета. Будем делать фету в ароматном маринаде. Так, первый этап – это пастеризуем молоко. Доводим молоко до температуры 68 градусов. Сейчас, как только засигналит термометр, выключу нагрев и выдерживаем при такой температуре, при температуре 68 градусов Цельсия, 10 минут. Все, нагрев выключим, заводим таймер, 10 минут, время пошло. Итак, 10 минут почти вышло. Первое, с чего начинаем, снимаем с молока обязательно пенку. Помещаем чиллер в кастрюлю. Внутрь чиллера помещаем мешалку. Все понятно, что охлаждаем до температуры внесения закваски. И все. И вытаскиваем чиллер. Дальше уже вносим хлористый кальций, закваску и так далее. Все, что нужно нам по рецепту. Так, молоко для феты у нас почти охладилось. Я приготовила уже, отмерила хлористый кальций. Теперь мы берем липазу ягнячью и растворяем ее предварительно в воде. Кипяченой или пастеризованной воде комнатной температуры. Растворяем ее заранее, примерно за 20 минут до внесения. Она очень плохо растворяется, поэтому хорошенечко ее размешиваем. Размешать ее придется вот так несколько раз. Ставите и через какое-то время еще помешаем, потому что, видите, там она у нас вся не растворилась. Так, закваска нам подойдет любая мезофильная, либо универсальная. Есть специальные закваски для феты, но у меня такого нет сейчас наличия. Я буду использовать универсальную закваску. Это Даниска МА4001. Она мезотермофильная, но вполне подойдет для сыра фета. Некоторые фету делают даже вообще без закваски, но я предпочитаю все-таки, чтобы сыр имел вкус и возможность вызревания. Вызревать мы сыр будем в пряном масле. Хорошенечко размешиваем липазу. Подготовили закваску. Ждем, когда охладится молоко. Так, молоко мы охладили, добавил хлористый кальций, вносим закваску, просто рассыпаем ее по поверхности молока и оставляем на 3 минутки регидрироваться, набраться влажности, после чего тщательно перемешаем по всему объему молока и тогда же вольем липазу. Так, прошло 3 минуты, перемешиваем нашу закваску одновременно. Вливаю липазу, тщательно перемешиваем и оставляем на 40-60 минут. Молочко накрываем крышкой, чтобы поддерживалась температура и чтобы наши заквасочки хорошо сработали. Все, текущая температура у меня 34 градуса. Все, оставляем молочко в покое для работы заквасок. Вот так выглядит моя кухня, когда я варю сыр сразу в двух кастрюлях. Вот здесь сейчас у нас идет охлаждение на дерби. Здесь у меня фета, внесена закваска. Так вот чувствую себя, когда варю в нескольких кастрюлях сыры разных сортов, чувствую себя таким гроссмейстером, который играет на нескольких досках одновременно. Итак, заданное время работы заквасок у нас истекло. Сейчас мы будем вносить фермент. Я сегодня использую микробиальный фермент Мейта. Вот такая мерная ложечка, которая обычно идет в комплекте с Мейта, идет на 10 литров молока или 2 ложечки. Я взяла 1,5, предварительно хорошо размешала в воде. И сейчас мы постепенно вносим и хорошо размешиваем. Хорошенечко-хорошенечко размешиваем по всему объему молока, тщательно. Термометр извлекаем, потому что он будет мешать впоследствии. После того, как хорошо размешали, останавливаем молоко шумовкой, чтобы все вот эти вихри в молоке у нас успокоились. Итак, накрываем крышечкой, запускаем таймер. Ну вот у меня здесь стояло 42 минуты, также и запускаем. 42 минутки, отсчет времени пошел. Все, ждем образования сгустка. Так, таймер пропищал. Давайте проверим, готов ли наш сгусток. Смотрю сначала всегда от края. Вот так отодвигаю. А затем делаю разрез. И смотрю, получились ли у нас гладкие края. Надеюсь, вам видно, что у нас все в порядке. Теперь нам нужно разрезать сгусток со стороной 1,5 сантиметра. Сначала режем на вертикальные столбики. Мне очень неудобно на газовой плите, потому что нож длинный, а сверху мешает вытяжка. И извините за неудобный ракурс, потому что ставить камеру на плиту, сейчас и так у нас жара 40 градусов, камера моментально нагревается и выключается, поэтому так снимаю сбоку. Ну, я надеюсь, тут ничего такого сложного, вы и так все поймете. Теперь режем поперек тем же шагом. Даем отдохнуть примерно 3-5 минут. Теперь режем по горизонтали. Я для этого использую вот такой изогнутый шампур, который вы легко можете сделать сами. У меня дополнительный шампур сбоку заточен. Ну, не так, чтобы можно было порезать палец, но чтобы здесь не было вот такого вот квадратного сечения, как было у шампура. Муж его чуть-чуть заточил. Итак, опускаю до дна, чуть-чуть приподнимаю и начинаю резать. Даем отдохнуть 5 минут. Через 5 минут делаем первый плавный промес. Берем, если это у нас шумовка, значит, обратной стороной шумовки, не вот этой, а вот этой стороной. Либо берем лопаточку, опускаем и очень плавно просто расклеиваем наше зерно. Это общее правило для вымешивания всех сыров, потому что зерно у нас еще очень нежное. И если мы сразу резко начнем вымешивание, мы повредим зерно, и у нас много уйдет в сырную пыль. Сделали промес, делаем отдых 5 минут. Вот можем видеть, как активно у нас образуется сыворотка. Идет процесс синерезиса, то есть отделение сыворотки из зерна. Далее, если у вас мешалки нет, вы можете делать так. Делать промес, перемешали и оставили. Если есть мешалка, то можно через некоторое время, когда зерно у нас округлится и окрепнет, включить мешалку и мешалкой, тоже с интервалами, делать промесы в течение 20 минут без дополнительного нагрева. Если какие-то кусочки не дорезались, значит по ходу их дорезаем. Вот так поднимаем зерно и смотрим. Если у нас где-то очень большие остались кусочки, значит их ножичком подрезаем. Зерно у нас еще очень нежное, поэтому резких движений не делаем. Наша задача просто не дать зерну склеиться, синерезис у нас происходит и так. Для этого не обязательно делать интенсивное вымешивание. Промешали, дали отдохнуть. Промешали, дали отдохнуть. И так 20 минут. Ну, я не буду вам весь этот процесс снимать, я думаю, и так все понятно. Я могу на этой стадии поставить мешалку на самых малых оборотах. Так, включаю мешалку медленно, включаю реверс и задам время сразу же на таймере. Задала 20 минут, запускаю таймер и мешалка пошла работать. Как видите, она очень медленно и ненавязчиво перемешивает зерно. Так, давайте посмотрим наше зерно. Смотрите, как оно хорошо у нас округлилось. Ну, можно сказать, что для феты зерно наше готово. Выключаю мешалку. Отбираю сыворотку по возможности, сколько получится, чтобы мне удобнее было формовать зерно. Формовать мы будем вот в такой форме. Для феты удобнее использовать квадратную форму. Так, отливаю сыворотку в рядом стоящую кастрюлю. Если вам так неудобно, можете выстелить тканью форму и прямо через ткань, через форму слить из кастрюли. Ткань предназначена для фильтрования. Мы сначала намочим в сыворотке, чтобы она приобрела температуру сыворотки, зерна нашего, и увлажнилась. Для чего мы выстилаем тканью при первом формовании? Для того, чтобы сырное тесто, которое у нас в данном случае очень мягкое, не забивало вот эти дырочки в форме, что будет мешать оттоку сыворотки. Влажной тканью застилаем форму. Я использую стретч-сетку. Не смотрите на ее цвет, это она такая стала у меня после многочисленных сыров с аната. Аната вот так ее окрасила, то есть она чистая, прокипяченная. Так, чуть-чуть еще отберу, пока тут сыворотка скопилась. Теперь берем наше зерно и перекладываем его в форму. Фету под пресс мы отправлять не будем. Она будет у нас прессоваться самопрессованием. Интервалы переворотов я вам здесь в видео напишу. Смотрите, какая огромная масса зерна у нас изначально. При том, что у меня было всего, вот видите, 12 литров молока. А форма это 2-килограммовая. Ничего страшного. Освобождаем наши отверстия дренажные. Сейчас будет сыр оседать. И мы будем зерно еще подкладывать. По мере стекания сыворотки он будет оседать. Так, пока вот так поставлю сюда пресс. И дальше выкладываем. Так, все я сформовала, поскольку получилось неожиданно много у меня зерна. В одну форму она у меня уже никак не лезла. Я взяла еще 2 маленьких формочки. И мы начинаем приступать к переворотам. Запомните, пожалуйста, интервалы правильные для самопрессования феты. Перевороты мы делаем через 5 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут и 60 минут. Итак, первые 5 минут прошли. Переворачиваем наши сырочки. Почему я еще взяла дополнительные формы? Нежелательно фету делать очень толстыми слоями. У меня и так вот здесь. У меня такой формы просто второй нету. Поэтому я решила, что лучше я вот так поступлю. Так, сейчас сольем сыворотку. И теперь пришло время перевернуть наш большой сыр. Я его, наверное, первый переворот сделаю прямо в ткани. Для этого я беру вот так большим краем ткани. Его в форме накрываю. Дальше вместе с тканью переворачиваю форму на руку. И вот так прям с тканью опускаю его в форму. И далее ткань теперь вытаскиваем. Нам это позволит его поправить в форме. Так, немножко головку повредила. Ничего страшного, она сейчас у нас прекрасно опрессуется. Так, я вот так сделаю. Даже накрою тканью. Она способствует лучшему оттоку сыворотки. Итак, 5 мы сделали. Напоминаю, следующий переворот у нас через 15 минут. Оставляем. Прошло 15 минут. Делаем следующий переворот. Сыворотку я уже слила. Видите, сырочки уже неплохо держат форму. Уже их гораздо легче переворачивать. Можно было все, конечно, сделать вот в таких маленьких формочках. Возможно, даже это было бы удобней. Но я вот что-то решила сделать большой. Так, наверное, теперь буду уже без ткани. Хотя, нет, лучше с тканью буду переворачивать, потому что у меня тут он край рыхлый. Также точно заворачиваю ткань вот таким образом в эту сторону. Достаем наш сырочек. И вот так ткань подворачиваем. И туда его. И теперь вытаскиваем свободный край. Видите, еще края очень еще рыхлые. Поэтому в ткани все-таки удобнее переворачивать. Она все-таки держит нам форму. Все. Значит, следующий переворот у нас через 20 минут. Поехали. Оставляем. теперь оставляем на 2 часа. Перевернем наши сырочки еще раз. Прошло 2 часа. Давайте посмотрим, как у нас. Вот такая хорошая у нас консистенция. Хорошей формы сырочек. Боюсь, что большой у нас так быстро и хорошо не самоупрессуется. Переворачиваем. Ну нет, смотрите, хороший сырочек. Обратно его форму. Потом отправляем на посолку. На посолку отправляем в ванну посолочную. В наш стандартный 20% рассол. Из расчета 50 минут на 100 грамм массы сырной головки. Итак, феточка полежала у меня, постекала в холодильнике. Теперь нам нужно ее порезать на кубики. Режем на кубики для того, чтобы их положить, немножко просушить и затем отправить в маринад. Смотрите, как удобно резать вот такой формы сырок. Прям без проблем. Вот так режем, и у нас получаются шикарные ровненькие кубики. Не очень ровненькие. Вот такие хорошенькие. И теперь я их складываю и примерно часочек буду под вентилятором вертеть, крутить, чтобы у них заветрили стороны. То же самое проделываем. Также их раскладываю на дренажную решеточку, чтобы они подзаветрили немножко перед отправлением в банки. Так, большой нам нужно сначала будет разрезать так этим ножом. Ну, в принципе, должно получиться. Здесь, наверное, раз. И вот так буду резать. Так, ну и теперь прямоугольнички, не кубики, а не прямоугольнички, рассыпаем также сюда. Вот видите, тут практически кубики получились. И время от времени буду их переворачивать. Попробовать хочу край, то есть который очень вкусно. По соли прямо идеально. Ни больше, ни меньше. Ой, какая вкуснятина. Все, ребятки, я их убираю под вентилятор сушить. Потом покажу вам, как мы их будем заливать ароматненьким маслом. Так, ну мой сырочек подветрил. Начинаю его складывать в баночки. Пожалуй, так, на дно каждой баночки чуть-чуть перчика черного. Также прованские травы. Совсем чуть-чуть. Ага. Сел аккумулятор у моей перцемолки. Все, по чуть-чуть буквально. И самую малость копченой паприки. Паприку советую вам обязательно добавлять, что она придаст нашему сыру такой замечательный, слегка копченый вкус. Так, укладываем следующий слой.